Друзья, вас приветствует социальная сеть Парк Авеню. С вами Олег, и сегодня мы рассмотрим прогулочные программы и коробочку с сюрпризом. В маркетинге социальной сети есть 7 прогулочных программ. Это программа березовая, жасминовая, розовая, сиреневая, парковая, сосновая и программа карусель. Все прогулочные программы работают по одному принципу. Для того, чтобы принять участие в прогулочных программах, вы должны для начала приобрести прогулочную программу березовая за $10. Для этого пополните баланс на необходимую сумму и нажмите «Купить» данную программу. В программу «Березовая» можно покупать неограниченное количество мест. Но также в программе «Березовая» у вас ежемесячно будут появляться новые места, но в том случае, если вы участвуете в программе «Миксер». О программе «Миксер», как она работает и как происходят переходы в другие программы от ежемесячной прибыли каждого места, есть отдельный урок, который вы можете посмотреть на нашем канале в разделе «Уроки Парка Авеню». После того, как вы купите «Березовую» программу за $10, вы также можете приобрести неограниченное количество мест в программе «Карусель». Каждое место в данную программу стоит $100. После покупки прогулочных программ они у вас отобразятся чуть ниже в очереди. В течение минуты вас система одобрит, и вы появитесь уже в списке прогулочных программ. Переходите в раздел «Прогулочные программы». Далее из списка выбираете ту программу, которая вас интересует. Переходите в данный раздел, и здесь вы увидите все свои места. Здесь вы можете нажать и посмотреть структуру данного места. Здесь у вас будет отображаться ряд и место в общей глобальной матрице программы «Березовая». По маркетингу все прогулочные программы имеют глобальную шестиуровневую матрицу. И вот после покупки места, например, в программу «Березовая», вас система ставит в общую глобальную матрицу данной программы, указывая ряд и место, где вы находитесь. Как вы видите, ваша личная матрица четырехместная. Как только под вами закроется три места, вы переходите в следующую программу «Жасминовая». На сайте в разделе «Маркетинг» есть данная презентация, где это все наглядно видно, как работают прогулочные программы. Рассмотрим на данном примере. Вы купили место в «Березовой» прогулочной программе, и вас система поставила в глобальную матрицу программы «Березовая» во второй ряд, в шестое место. Далее заполнение идет равномерно сверху вниз и слева направо. Система также продолжает ставить новые места и заполнять равномерно данный уровень. И как только заполняется полностью второй уровень глобальной матрицы «Березовая», она, напоминаю, у нас шестиуровневая, и юбки в прогулочных программах не растут, заканчиваются именно шестым уровнем. Так вот, после заполнения второго уровня начинает формироваться третий уровень глобальной матрицы. Система равномерно его заполняет, и как только доходит до вашей матрицы, пересекает ее, заполняя под вами три места. Таким образом, ваша матрица закрывается, и вы переходите в следующую матрицу, которая называется «Жасминовая». При этом вы освобождаете место в глобальной шестиуровневой матрице программы «Березовая». А матрица продолжает равномерно заполнять третий уровень, закрывая также матрицы мест, которые стояли после вас. У них также закрывались свои матрицы, они переходили в следующую программу «Жасминовая» и тоже освобождали места в глобальной матрице «Березовая». Те места, которые стояли перед вами, у них также закрывались свои матрицы, они переходили в следующую программу «Жасминовая» и тоже все освобождали места в глобальной матрице «Березовая». Таким образом, глобальная матрица постепенно освобождается. После заполнения третьего уровня начинает формироваться четвертый уровень. И с постепенным закрытием четвертого уровня также высвобождается третий уровень. То есть все места, которые стояли в третьем уровне, постепенно освобождают эти места, переходя в следующую программу «Жасминовая». Глобальная шестиуровневая матрица таким образом еще больше освобождается, и в ней уже будут три уровня свободных мест. А после заполнения четвертого уровня начинает формироваться пятый уровень, благодаря которому четвертый уровень также будет высвобождать места и переходить в следующую программу. После заполнения пятого уровня начинает формироваться шестой последний уровень, и при равномерном заполнении шестого уровня постепенно места в пятом уровне будут закрываться, переходить в следующую программу «Жасминовая» и освобождать места в пятом уровне. Итак, когда в глобальной матрице «Березовая» полностью заполнится шестой уровень, тогда вышестоящие пять уровней будут полностью свободные. И после этого происходит следующее. Как только приходит новое место в программу «Березовая», первое место слева направо из шестого уровня система переводит наверх матрицы в первое же свободное место, например, сюда. И матрица начинает по тому же алгоритму снова работать. Так вот, когда пришло новое место в глобальную матрицу «Березовая», система из шестого последнего уровня перенаправила место наверх матрицы в первое же свободное место, а новое место, которое пришло, поставило под ним. Таким образом, шестой уровень начинает постепенно освобождаться. И все места из шестого уровня перейдут наверх матрицы, будут также продолжать закрываться, переходить в следующую матрицу «Жасминовая», при этом освобождая места в «Березовой» матрице. Например, приходит еще одно новое место. Система из шестого уровня поднимает наверх матрицы следующее место и ставит вот сюда.
а новичка, который приходил, поставит вот сюда. Таким образом, у верхнего места закрывается первый уровень, оно переходит в следующую программу «Жасминовая» и освобождает данное место в программе «Березовая». Как вы видите, все идет по тому же принципу. Благодаря такому алгоритму юбка в глобальной матрице «Березовая» не растет, а ограничивается только шестым рядом. На данном примере вы видите, что постепенно будет шестой ряд освобождаться, система их будет переводить наверх матрицы, у них здесь будут закрываться свои личные матрицы, они будут переходить в следующую программу «Жасминова» и также освобождая места в данной матрице. Этот круговорот в прогулочных программах обеспечивает стабильный доход и быстрое закрытие матриц, а также переход в другие программы. Каждое ваше место в «Березовой» программе, закрываясь, будет переходить в следующие прогулочные программы, такие как «Жасминовая», «Розовая», «Парковая» и так далее. И все эти места в итоге придут в программу «Карусель», где уже и останутся. Напоминаю, места покупать можно только в программу «Березовая» и программу «Карусель». Во все остальные прогулочные программы вы будете переходить автоматически и получать доход. Кратко рассмотрим остальные прогулочные программы и потом подробнее остановимся на программе «Карусель». Итак, из программы «Березовая» вы переходите в программу «Жасминовая». Данная программа аналогична «Березовой». Как только под вами также закрывается три места, вы переходите в следующую программу «Розовая». Но при закрытии матрицы у вас $2,5 уходит вашему спонсору на реферальные вознаграждения. Поэтому также, если у вашего реферала закрывается матрица «Жасминовая», вы получите на баланс для вывода $2,5. Следующая программа «Розовая». Здесь также, как только закрывается под вами три места, вы получаете $10 на баланс для вывода и переходите в следующую программу «Сиреневая». Сиреневая программа аналогична предыдущим, но разница только в том, что под вами не 3 должно закрыться место, а 4. Так вот, когда под вами 4 места закрывается, вы переходите в следующую программу «Парковая». Эта программа также аналогична предыдущим, после закрытия под вами 4 мест вы получаете на баланс для вывода $20 и переходите в следующую программу «Сосновая». Маркетинг в этой программе аналогичный предыдущим, поэтому как только под вами закрывается 4 места, вы получаете на баланс для вывода $20 и переходите в программу «Карусель». После перехода в данную программу ваше место здесь остается навсегда и будет приносить неоднократно постоянный доход, потому что после каждого закрытия под вами 4 мест вы будете получать на вывод $100. Ваше место будет закольцовываться, снова будут закрываться под вами 4 места и вы снова будете получать $100 на вывод. И так будет происходить неограниченное количество раз. Рассмотрим подробнее данный алгоритм. Например, после перехода вашего места из программы «Сосновая» в программу «Карусель» система поставила ваше место наверх матрицы. На данном примере добавим еще одно место, так как матрицы в программе «Карусель» 5-местные. Итак, после этого в глобальную матрицу программы «Карусель» приходят новые места. Система равномерно заполняет матрицу сверху вниз и слева направо. Таким образом, постепенно под вами заполняются 4 места. После закрытия 4 мест вы получаете на вывод $100, освобождаете место в глобальной матрице карусели, и у вас происходит закольцовка. Система вас ставит в первое же свободное место в текущий формирующийся уровень. Например, сюда. Далее происходит равномерное заполнение второго уровня новыми местами. Верхние места также постепенно начинают освобождать первый уровень, когда у них закрывается своя матрица. И они также уходят на закольцовку в первое же место текущего формирующегося уровня. После заполнения второго уровня в глобальной матрице карусели, как вы понимаете, вышестоящие уровни полностью освобождают матрицу, так как все ушли вниз на закольцовку, и начинает формироваться третий уровень. Таким образом, под вами опять заполняется 4 места, вы получаете $100 на вывод и опять уходите на закольцовку в текущий формирующийся уровень. Если третий уровень еще не заполнен, то можете прямо в него и встать. Система также равномерно продолжает заполнять третий уровень и потом начинает формироваться четвертый уровень. А значит, второй уровень уже полностью освободился. И теперь при заполнении четвертого уровня постепенно начинают закрываться места в третьем уровне, освобождать матрицу и уходить на закольцовку в первое же свободное место в текущий формирующийся уровень. Таким образом, с каждым заполнением уровня места будут закрываться, уходить на закольцовку и освобождать места в верхних уровнях матрицы, продолжая все снова и снова закрываться и получать доход. В итоге все места постепенно перетекут в последний шестой уровень. И по принципу, как я рассказывал в «Березовой», как только новое место из программы «Сосновая» приходит в программу «Карусель», первое место слева направо и шестого уровня система переводит наверх матрицы. Ставит его, например, сюда, а новое место, которое только что пришло из программы «Сосновая», поставит под него. Затем приходит следующее новое место из программы «Сосновая» или новое купленное партнером место в программу «Карусель».
Система из шестого уровня поднимает наверх матрицы следующее место, ставит его сюда, а новое место, которое пришло из программы «Сосновая», ставит сюда. Затем приходит еще одно новое место из программы «Сосновая». Система опять из шестого уровня поднимает следующее место наверх матрицы и ставит вот сюда. А новое место, которое пришло из программы «Сосновая», ставит сюда. Таким образом, снова происходит закрытие у данного места его матрицы, так как под ним закрылись 4 места. Он получает $100 на вывод, уходит на закольцовку в текущий формирующийся уровень и становится вот сюда. И снова освобождает место в глобальной матрице карусели. И далее все происходит по тому же алгоритму. Постепенно освобождается 6 уровень, места уходят вверх, закрываются, идут на закольцовку, но и при этом верхние ряды матрицы также постепенно освобождаются. В итоге алгоритм повторяется, постепенно все места глобальной матрицы карусели освобождаются и выстраиваются в 6 уровень. И при приходе новых мест из программы «Сосновая» постепенно все места из 6 уровня перемещаются наверх и, проходя также все этапы закрытия и закольцовки, опять возвращаются в 6 уровень. И так будет постоянно, поэтому программа и называется «Карусель», потому что идет постоянный круговорот. Теперь рассмотрим программу «Коробочка с сюрпризом». В данной программе можно купить неограниченное количество коробочек. Стоимость одной коробочки составляет $4. Пополняйте баланс и нажимаете «Купить место». Данная программа появится у вас ниже в очереди. В течение нескольких секунд система ставит статус «Одобрено», и вы увидите свою коробочку в разделе программы. Нажимаете «Коробочка». Здесь вы увидите три вида коробочки. Бронзовая, которую вы купили, и под ней будет цифра 1, так как вы одну коробочку приобрели. Далее рубиновая и золотая. Над коробочками будут стоять счетчики. В течение неопределенного времени с разным интервалом и алгоритмом вам будут начисляться деньги, и вы увидите сумму в данных счетчиках. Например, начислилось у вас $40, потом вы заходите на следующий день в свой кабинет и видите, что уже 0. Значит, счетчик обнулился и $40 поступили на баланс для вывода. И далее коробочка начинает заново формировать подарок. Постепенно вам будут приходить подарки в виде денег, например, сегодня $3, завтра 10 и так далее. По количеству дней нет конкретики, это в прямом смысле слова сюрприз. Поэтому у вас может сформироваться полный подарок как в течение дня, так и в течение месяца. В следующей коробочке, в рубиновую и золотую, вы будете переходить автоматически. В какое время вы перейдете, это также будет сюрпризом. Сумма подарков не регламентирована, она у вас может быть в течение месяца как меньше, так и больше. Различные отчисления и начисления реферальных из прибыли в программе «Коробочка с сюрпризом» происходит также нерегламентированно, и все это будет для вас сюрпризом. Количество коробочек, которые работают у вас в данный момент, вы можете увидеть по статистике, которая находится под каждой коробочкой. Например, как видите, у меня бронзовых коробочек 6, а рубиновых 2. Чем больше коробочек, тем больше вам будет приносить подарков данная программа. Ежемесячно у вас автоматически будут появляться новые коробочки с сюрпризом из программы «Миксер», если же, конечно, вы там участвуете. Как и когда это происходит, смотрите предыдущий урок по программе «Миксер». Итак, друзья, на сегодня все. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.